власть, члены правительства, руководство предприятия должны сделать так, чтобы у вас были условия для работы. Я не говорю, что, как некоторые, тут же уже предвыборная кампания началась, некоторые уже заявляют о том, что с вертолета будут деньги разбрасывать. Но я говорю, у нас это не проходит, у нас люди умные, понимают, что с вертолета только листовки можно разбрасывать. Я вам этого не обещаю. Что касается денег, вот сейчас мы разговаривали с руководителем БАТЭ, у них подоборотные средства, нужны деньги. Я ему сказал, пожалуйста, мы тебе одолжим, но на 3 месяца, на 5 месяцев, если у тебя есть товар, который ты можешь завтра продать. Мы тебе дадим деньги, чтобы ты произвел этот товар и завтра по контракту продал. Мы тебе деньги одолжим. Просто разбрасывать деньги никто не будет.